Помойка дарит геймерское кресло. Просто сказка. Ребят, не знаю, сколько такое стоит кресло. Напишите ваши варианты в комментариях. Ну, а я его сейчас по-любому заберу в гараж, починю и буду пользоваться. Зейбумба. Помоечка дарит игровые девайсы. Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня пользуется... Штребух. Музыку вырубайте. Май, ты чё, игровой стул, что ли? Да. Ну и есть он. Это игровой ответ. Диман, прикинь, ты посмотри, блядь. Ну чё, охренеть. Ты прикинь. Я в шуте. Это по пути в гараж нашел, возле помойки стоял. Там этой хрени нет, но я с этого поставлю туда и все. Четко. Прикинь, это реально классно. Ребят, я в шоке. Галятор сломанный. А я его нашел. А я мечтал о кресле таком. Ну вот бы нашли. Ну а это, ребятки, обзор моих находочек из помойки. Присаживайтесь поудобнее и всем приятного просмотра. А я сейчас буду из двух этих кресел собирать одно геймерское. Ребят, я очень счастлив такой находке. Помойка дарит крутые геймерские девайсы. Я в шоке, ребят, просто в шоке. Мау! Сейчас самое главное, ребят, чтобы вот эта хрень подошла сюда. Как видите, эту хрень, подставку от этого кресла, кто-то снял, зато болты остались. Это очень круто. Эта хрень подойдет по-любому. Ребят, осталось только переставить эту штуку сюда, и все. У меня будет игровое кресло прямиком из помоечки. Капец, как я счастлив, ребят. Это не описать словами. Поставьте, ребят, за это жирный лайк. За такую находку крутую. Блин, теперь не знаю, оставить это кресло в гараже или домой забрать. А что скажете вы, ребят? Как вы думаете, оставить геймерское кресло в гараже или домой отвезти? Пишите ваши варианты в комментариях. Ну а теперь настало время поставить вот эту хрень. Это реально момент истины, ребят. Капец, оно идеально подходит. Блин, как это круто. Я, кстати, недавно участвовал в розыгрыше на подобное игровое кресло, но мне нифига не повезло, я его не выиграл. А тут, ребят, помойка исполняет мои мечты, она как будто чувствует и знает, что я хочу такое кресло. Мне не повезло, а тут оп, на помоечке зато повезло. Капец. Ну что, в принципе, болты я затянул, осталось только его поставить и присесть на это топовое кресло. Охренеть, оно стоит, ребят, и крутится. Ой, как комфортно. Здесь есть вот такая ручка. Ой, что подкинуть спинку. Балдеж, ребят, тупо балдеж. Вообще кайф. Чисто, чистейший кайф. На халяву, ребят, это просто офигенно. Ах, ребят. Конфетка, ребят, я очень счастлив. Капец, весь гараж заставлен находками, ребят. Очень все завалено, очень жестко. Тут даже, блин, пройти уже негде. А здесь огромное количество металлолома. Жаль, что машина сломалась, и пока что этот металлолом сдать мы не можем. Жду уже, когда машина заработает, и мы сможем на ней кататься по помойкам. Братва. Димон нашел плату от телевизора и достает из нее вот всякие конденсаторы, КМ, и там их, короче, типа покупают. Я вообще такую тему не понимаю, но типа, походу, это прибыльно. Напишите в комментариях, если вы этим занимаетесь. Это просто столько времени на это надо тратить, а у меня его не особо много. Но Димону по приколу. Так что, ребят, на будущее, если у вас есть какие-то старые платы, вы можете их также продавать. Димон, сколько килограмм КМов стоит? Вообще по-разному. От 100 грамм некоторые 40 стоят, некоторые 60. 100 грамм? Да. 40 тысяч рублей? Минус вот этих штучек? Не вот этих, а вот подобных. Вот сейчас покажу каких.
Вот он, живой. Вот таких штук, 100 грамм вот таких зеленых квадратных штук стоит 40 тысяч рублей. Я в шоке, ребят. Их насобирать надо, 100 грамм. Ну да, устанешь собирать. Ну слушай, все равно круто. Тут больше по серебросодержащим. Хотя нет. Вот так ножки надо обрубать перед тем, как их сдавать. Чтобы у них не было вот этих металлических частей. Угу. Понял. Нашли 10 упаковок пиццы от Папа Джонс. Вот здесь 3 стоит, там одна. И здесь, смотрите, сколечко. Мау! Просто охуенно. Очень сытно, помойка кормит. Только вот подогреть бы ее. Так холодная. Ну, в принципе, очень вкусно. Да? Мау! Охуенно. Небольшое количество мелких девайсов. Во-первых, рабочая компьютерная мышка FOTECH для ноутбука маленькая. Состояние нормальное. Оставлю ее себе. Классная удобная мышка с коротким проводом, специально для ноутбука. Также кнопочный телефон Nokia, но с проблемой. В нем не работает микрофон. Из-за этого придется продать на барахолке рублей за 50. А еще есть два рабочих смартфона от бренда Samsung. Этот, кстати, нужно подзарядить. Я их проверял, полностью рабочие. Такие телефоны продадутся на барахолке по 100 рублей. На этом телефоне даже есть блокировка. И, к сожалению, пин-код я не знаю. Так что этому телефону еще и перепрошивка нужна. Капец. А еще есть старый смартфон Samsung на андроиде. Но с ним что-то не так. Он не заряжается. Возможно, дохлая батарея. Экран целый. Продам на барахолке. Мне такой старый телефон не нужен. Один из первых смартфонов на андроиде. А еще есть видеорегистратор, который снимает Full HD. Но в нем разбитый экран. По сути, его и без экрана можно использовать, просто включать запись и все. А потом уже на компе просматривать. Продам его на барахолке, рублей за 50. Помойка дарит связь. Был найден супер маленький и старый телевизор. Телевизор пятицветный. Первый раз такой телевизор нахожу. Он, кстати, работает, но картинки нет. Я даже не думаю, что его кто-то купит на барахолке. Но возьму, может кто-нибудь за 100 рублей да и купит. Посмотрите, какой он маленький по сравнению с монитором на 24 дюйма. Капец. На самом деле это коллекционная вещь. Но жалко, что не рабочая. Нашел старый игровой монитор от бренда Acer. Монитор на 24 дюйма. Рабочий. Выглядит просто офигенно. Посмотрите, как стильно. Как будто современный игровой монитор. Но на самом деле нет, он с VGA разъемом, в нем даже нет HDMI. А вот модель монитора, кому интересно, можете заскринить и посмотреть, сколько такой стоит на Авито. Классно, что на мониторе есть дырки, его можно закрепить на кронштейне. Да, когда-то это был супер крутой монитор, но и даже сейчас его можно использовать. Но есть одно но, у монитора пищат кондеры, их нужно перепаивать. Надеюсь, вам слышно, насколько сильно эти кондеры пищат. Оп, и все, выключился. В принципе, перепаять кондеры это несложно. Я его продавать не буду, оставлю себе, потом починю. Старая и уникальная находка, которую я не находил никогда в жизни. Это телефон с факсом. Мне интересно, до сих пор пользуются ли такими штуками? Состояние у него вроде бы нормальное, он просто пыльный, его нужно протереть. Я думаю, такую штуку купят на барахолке рублей за 300. О, вот как он называется, струйный факс. Он рабочий, но скорее всего нужно заправить картридж. Интересная на самом деле находка. Рабочая соковыжималка от бренда Ellenberg. Работает просто изумительно. Продам на барахолке рублей за 200. Обидно, но такие вещи покупают лучше на барахолке, чем на Авито. Немного пыльная и нерабочая, к сожалению, мультиварка от бренда Redmond. В комплекте нет даже чаши. Но, кстати, состояние внутри такое, как будто она новая. Сами посмотрите, вообще идеальное.
Но из-за того, что она не работает, ее не получится продать. Поэтому придется разбить на металл. А еще был найден киберспортивный руль от бренда Каньон. Руль для игры в гонки можно подключить к компу или к Соньке. Состояние нормальное. Здесь есть присоски. И даже на рулю есть переключатели передач. Педалей в комплекте не было. Продам этот руль на барахолке рублей за 200. Неплохая находка для киберспортсменов. Сука! Мразь! Бля! Было найдено 3 полностью рабочих смартфона. Вот эти 2 полностью одинаковые. Зарядка у них, кстати, более-менее современная, андроидовская. И, кстати, от этого смартфона даже есть коробка. И в нем даже есть камера. Качество у нее, конечно, жесть. Но, в принципе, данные смартфоны можно использовать в качестве звонилок. И продать на Авито их можно будет рублей по 300 за штуку. Кстати, у этой раскладушки состояние просто отличное. А вот эта раскладушка немножко потрепанная. А этот Samsung, к сожалению, не включается. И вместе с ним даже была коробка. Помойка дарит старые раскладушки, которые никому не нужны. Но, в принципе, для работы эти телефоны можно использовать в качестве звонилок. Нашел утюжок розового цвета для волос. Или он там делает кудряшки, хер его знает. Ну, короче, пофиг. Рабочий продам за 50 рублей на барахолке. На Авито такие находки долго продаются. Также есть игровая мышка старенькая от бренда FOTECH X7. Рабочая она или нет, я без понятия. Оплетка кабеля повреждена. Продам на барахолке ее рублей за 50. Неплохая, кстати, мышка. Но в ушатанном состоянии. А еще, ребят, нашел топовую находку для женщин. А это вибратор-пенис с большим количеством различных режимов. В комплекте даже есть вот эта присоска. Длина пениса 14,5 сантиметров. Так что, женщины, если вы смотрите этот обзорчик, можете этот пенис у меня прикупить. На барахолке продавать не буду. Продам в штребухшопе. Пенис, как видите, в принципе, в нормальном состоянии. Пользоваться им можно. Но не советую так-то. Можно подхватить трипак. Нашел старый винтажный синтезатор от бренда Faemi. Внешнее состояние нормальное, но, к сожалению, видимо, от старости все вот эти кнопки, кроме последних 4, не работают. Кстати, вот эта часть корпуса в синтезаторе металлическая, офигеть. Когда-то его продавали за 60 рублей. У меня прямо сейчас купят этот синтезатор за 500 рублей. Ведь есть люди, которые умеют это все восстанавливать. Там, скорее всего, просто окислились контакты или попала, может, вода. Нужно, короче, в общем, почистить плату. И, скорее всего, все кнопки заработают. Faemi. Ну и название, конечно. А вот это, ребят, просто суперпушечная обувка из помойки. Оригинальные кроссовки Nike. В офигенном просто состоянии. Посмотрите. Я в шоке, ребят. Помойка обувает. Единственный косяк этих кроссовок только в этих местах. Вот тут немножко протерлось. Но это фигня. Самое главное, что вот здесь все полностью целое. Они очень жесткие. Видимо, кроссы для баскетбола. Полностью оригинальные. 42,5 размер. И смотрятся реально офигенно. Продать их можно будет рублей за 900 как минимум на Авито. Помойка обувает в оригинальные кроссовки Nike. Был найден старый навигатор от бренда X-Play. В комплекте даже была подставка, но вот здесь она была отломана, я заклеил клеем. Совершенно неактуальная находка в 2020 году. Сейчас в каждом телефоне навигатор есть. А тут карты еще 2009 года, совершенно неактуальные. Поэтому продам этот навигатор. Он, кстати, полностью рабочий. На барахолке рублей за 300. Небольшая партия мелких находок. Во-первых, есть вот такая новая абсолютно 3D-картина.
Смотрится прикольно, продам на барахолке. Также есть новый шнурок для телефона, вот такой вот фонарь китайский залупный. Наушники Хокко, в принципе нормальные, не знаю рабочие или нет, продастся на барахолке. Также есть полностью рабочая настольная лампа и еще одна настольная лампа из Икеи. Но в ней нет лампочки. У нас, кстати, есть абсолютно такая же лампа, которая полностью рабочая. Но это, скорее всего, тоже рабочая. Продастся на барахолке. Также есть вот такая сумка, кожаный кошелек, шприц старый, инъекционный. Капец, он стеклянный, ребят, прикольная находка. Но мне он не нужен, продам на барахолке. Также есть еще вот такая крутая сумка с колесиками. То есть она расстегивается, а внутри есть ручки. И это все превращается в полноценную сумку на колесиках. Актуальная находка для бабушек. А еще есть вот такой тренажер Маркелова. Я без понятия, что это такое, но продам на барахолке. Кстати, возможно, эта штука дорого стоит на Авито. Нужно сейчас проверить и узнать цену на этот тренажер. Но в комплекте ничего кроме этой штуки не было. Также есть блок питания для ноутбука. Два провода для блока питания от компуктера. Также есть ручная музыкальная шкатулка. Еще есть вот такая прикольная картина, Wi-Fi роутер, но бюджетный, T-Link. В комплекте ничего кроме Wi-Fi роутера не было, в нем даже нет антенн. Скорее всего сигнал он плохо передает. Продам на барахолке рублей за 50. Также есть статуэтка в виде собачек, настольные часы, две компьютерные мышки. А еще есть вот такая штука интересная, устройство для поиска. То есть эта хрень цепляется на брелок с ключами, допустим, если вы их частенько теряете. И эта штука отзывается на свист хозяина. То есть, если я буду свистеть, эта штука будет пищать. Прикольно. Абсолютно новая. От бренда Ориент. Также есть комикс, который называется «Первый отряд». Я вообще не фанат комиксов, но это прикольная находка. Еще есть вот такие залупные часы, бюджетные, ширпотребные. Также есть циркуль в коробочке, блок питания, оперативная память DDR2. И еще одна оперативка DDR2 от бренда Hunix на 2 гигабайта, одна планка. В принципе, интересная находка. Вот эту оперативку можно будет продать рублей за 400 на Авито. Блок питания для ноутбука, гантеля, диски с играми, большое количество. В принципе, возможно, кто-то купит на барахолке рублей по 10. Также есть утяжелители для рук. Крутая тема для тех, кто занимается на груши. Ну, допустим, для меня будет актуальная штучка. Возможно, я их себе оставлю. Но в последнее время забросил тренировки, потому что времени на них нет. А еще был найден разломанный на две части телефон от бренда Xiaomi или MIUI. Хер его знает, ребят. Абсолютно не разбираюсь. Как видите, здесь даже есть пломба на болте, то есть этот телефон ни разу не разбирали. А кто-то взял, разозлился, его разломал на две части. Но самое главное, как видите, плата абсолютно целая. И эту плату можно будет продать рублей за 800 на Авито. Она полностью вроде бы целая. Рабочая она или нет, я без понятия. Нужно будет выставить на Авито. Кстати, не знаю, что это за модель была телефона, но, видимо, он был никому не нужный, раз его разломали. Люди-варвары. Лучше бы целые выкинули. Нашел лыжные ботинки от бренда Salomon. В офигенном состоянии. Полностью целые. Посмотрите, какие огромные металлические защелки. Вот это надежность и супер качество. Модель лыжных ботинок X-Wave 9.0. 43 размера. Посмотрел на Авито и просто офигел. Подобные ботинки стоят в районе 5000 рублей. Я их выставил за 4 в свой магазин на Авито. Ссылочка в описании. Помойка дарит профессиональные лыжные ботинки от хорошего бренда. Я в шоке, ребят. Вот это пушечка. Кто-то, кстати, о таких мечтает. А я такие в помойке нашел. Капец. Помоечка дарит зимние виды спорта. Нашел вот такую огромную картину. Помойка дарит искусство. Она, кстати, в офигенном состоянии. Ее по-любому кто-то рисовал вручную. То есть она не напечатана. Это чей-то рисунок, представляете? И картина очень большая. В два раза больше 23-дюймового монитора. Состояние просто изумительное. Продастся на барахолке. Если бы у меня была бы своя квартира, я бы эту картину обязательно бы себе оставил. Тут даже волосок от кисточки сохранился. Продам картину на барахолке рублей за 500. А еще был найден, можно сказать, раритетный ноутбук от бренда Compaq. Посмотрите, какой он квадратный. Капец. Модель ноутбука на экране.
Ноутбук, скорее всего, привезли из Америки. Как видите, здесь даже русской раскладки нет. И вот здесь краску кто-то с него стер. Самое главное, что ноутбук включается и работает. Сейчас покажу вам его характеристики. Я зашел в BIOS, потому что жесткого диска в ноутбуке нет и системы на нем нет. Здесь стоит мобильный процессор Intel Pentium 4 с тактовой частотой 1800 МГц, а также стоит 512 МБ оперативки. Задняя крышка в принципе в нормальном состоянии. В ноутбуке нет батареи, а также нет жесткого диска. Прикольный, конечно, ноутбук. Помойка дарит старые, но все-таки рабочие ноутбуки. В общем, прикольный ноутбук, самое интересное, что он рабочий. Продам его на Авито, ссылочка на мой профиль есть в описании. Может, кому-то из вас этот ноутбук приглянулся. Цена всего лишь 500 рублей, ребят. Кстати, на этом же ноуте можно поиграть будет в GTA Vice City. Прикольно. Нашел ноутбук от бренда Acer. И, кстати, он полностью рабочий, ребят. Экран абсолютно целый, без царапин. Правда, ноутбук старенький, посмотрите на эту изогнутую клавиатуру. Модель ноутбука Extensa 5610. На него нужно всего лишь накатить винду, потому что я дурачок, решил на него накатить винду, которая на него не подходит. И в итоге эта винда не запускается. Дело в том, что я на него накатил винду под минимум 4 гига оперативки, а в нем оперативки 2,5 гига, поэтому эта винда здесь не работает. Ноутбук слабый, но в принципе пойдет. Как видите, выдает ошибку. Но ничего страшного, потом перебью винду и можно будет ноутбуком пользоваться. Сейчас зайду в BIOS и покажу вам его характеристики. Опа! Процессор Intel Core T5520 на 1600 МГц. Да, ноутбук, конечно, слабенький, но в принципе для интернета пойдет. Сам факт просто того, что помойка дала мне рабочий ноутбук, меня уже радует. Продам этот ноут на Авито за 2000 рублей. У ноутбука есть косяк, вот здесь трещина. Но это в принципе фигня. На крайний случай можно клеем заклеить. В принципе, ноут в нормальном состоянии. В нем даже стоит жесткий диск на 120 гигов. И в нем даже есть батарея. Блин, это реально круто, мне в последнее время везет на ноутбуке. Как же я люблю помойки за такие подарки. Кстати, когда я последний раз был на барахолке, купил у чуваков за 300 рублей нетбук Irbis, модель NB20. Нетбук четырехъядерный, 2 гига оперативки и 32 встроенной. И он к тому же на 10-й винде. Состояние в принципе хорошее. И, кстати, он полностью рабочий. Изначально был со вздутой батареей. Ребят, когда этот ноут увидел, я сразу понял, что его нужно покупать. Потому что подобные нетбуки продаются на Авито по 5-6 тысяч рублей. То есть я его перепродам за 4,5 тысячи рублей. Неплохо так заработал. Барахолка дает прибыль. Очень, кстати, обидно, но нетбук запаролен. А пароль я не знаю, поэтому придется на нем переустанавливать Windows. Кстати, загружается он довольно-таки быстро. Все потому, что в нем нет жесткого диска. В нем стоит накопитель наподобие SSD-диска. Капец, рабочий нетбук за 3 сотки с барахолки. Капец, это очень круто, ребят. Так что, братва, вам на заметку, если хотите что-то урвать по дешману, можете с утра приехать на барахолку на уделку в Питер. И вот что-то подобное найти и купить. Кстати, раньше я так не делал, но теперь с утра обязательно буду ходить и проверять, что там другие конкуренты мои на барахолке продают. Ведь можно выцепить не только вот такой нетбук, можно выцепить что-то и покруче за копейки. Вообще кайф. Балдеж чистой воды. Нашел чемоданчик. Он с виду как будто новый. Но вот немножко отваливается ручка. И сзади отвалились колеса. Но они зато есть. Их, в принципе, можно прикрутить. Так что этот чемоданчик я заберу на барахолку и продам его там рублей за 200. Также есть рабочий чайник Супра с подсветкой. Улетит на барахолке за 100 рублей. А еще как раз к сезону помойка как будто чувствует и осознает то, чего я хочу. Нашел два электрообогревателя. Первый Део, и он, кстати, рабочий.
В нем даже есть вот такой маленький экранчик, на котором показывается температура. Здесь все это регулируется. Просто по кайфу. Смотрите, он даже крутится. Тупо крутая находка. Правда, он немного шумный. Наверное, нужно смазать подшипники. Оставлю его себе. Как раз зимой будем греться в гараже. Тут, наверное, вообще нереальный будет дубак. Еще есть обогреватель, второй черный, от бренда Vitec. В нем, к сожалению, не работает вентилятор. То есть он греет, все там регулируется, но не работает вентилятор. Поэтому этот обогреватель я продам на барахолке, рублей за 200. Кстати, такие обогреватели дорого стоят. Это не обычные дуйчики, это офигенные дуйчики, элитные. Помойка дарит тепло в гараже. Был найден жесткий диск саташный на 1 терабайт от бренда VD Blue. Вот это пушечная находка, нужно будет его протестировать. Если он рабочий, это просто сказка. Когда был на барахолке, купил там у ребят 2 жестких диска. Первый от бренда Seagate на 3 терабайт. Купил я его, угадайте, за сколько? За 150 рублей, ребят. Хотя такой жесткий диск на Авито стоит примерно 3500-3000 рублей. Офигеть, да? Главное, чтобы он работал, я еще не успел протестировать, но мне почему-то кажется, что он рабочий. В общем, ребят, купил за 150, а заработаю на нем 4000 рублей. И еще один жесткий диск купил для ноутбука за 100 рублей. Его, кстати, как будто вырвали с компьютера прям, смотрите. В общем, жесткий диск на 1 терабайт, скорость шпинделя 7200 оборотов, хороший жесткий диск. Такой жесткий диск для ноутбука стоит примерно 1500 рублей. Купил за 100, продам за 1500. Просто сказка, ребят. Люблю барахолку. Там можно купить что-то дорогое вообще за копейки. Главное, конечно же, чтобы это все работало. Если жесткие диски рабочие, выставлю их на Авито. Ссылочка на Авито есть в описании. Кто следит за моими сторисами в Инстаграме, тот знает, что недавно была сходка фриганов, которую я организовал. И на эту сходку пришло 19 человек. И мы толпой в 19 человек разрывали помойки, как голодные гиены. Если не видели этот видос, посмотрите обязательно. Ссылочка на видос будет в описании. Так вот, на сходке фриганов я вперед всех побежал, занырнул в помойку и нашел там вот такой офигенный кольцевой свет. В другой помойке нашел вот такой офигенный переходник. Это, ребят, сказочная находка. Я в шоке. Помойка как будто чувствует и знает, что я хочу. Кстати, на кольцевом свете есть даже крепление для телефона. С помощью этой кольцевой лампы можно снимать крутые селфи или видосы в ТикТок. Ну а я буду этот кольцевой свет использовать для съемок и для стримов. Кольцевой свет полностью рабочий. Кстати, если что, этот штатив я тоже когда-то давно находил. И в общем, ребят... Я в шоке, кольцевой свет рабочий, посмотрите. Работает просто изумительно. Настраивается яркость и цветопередача. В принципе, от любого блока питания от телефона этот кольцевой свет будет работать. И состояние у него просто изумительное. Нет никаких сколов. Все отлично работает. Провод не отходит. Можно сказать, новая кольцевая лампа. И подобный кольцевой свет стоит примерно 2500 рублей. Ну а я его продавать не буду, оставлю себе. Помойка дарит оборудование для съемок. Две пары старых винтажных часов из СССР. Полностью рабочие. Первые часы от бренда Слава с будильником. Слышите, как тикают? А вторые часы от бренда Европа. Складные дорожные. Тоже рабочие. Складываются вот в такой удобный кейс. И их удобно брать с собой. Эти часы улетят со свистом на Авито. Каждую пару продам по 800 рублей. По-любому найдутся желающие их купить, так как это коллекционные часы. Помойка дарит винтаж. А еще нашел Рахат Лукум из Турции. Но мне досталось из помоечки. Так, ребят, он прям свежайший и очень вкусный, мягкий, офигенный. Помоечка кормит. Мау! Очень вкусно. Даже червячков нет.
Нашел в помойке раздроченный ноутбук, из которого достал оперативку Hunix на 4 гига DDR3 на 1600 МГц. По-любому рабочая. Продам эту планку оперативки на Авито за 800 рублей. Офигенная находка. Ну а сейчас, ребят, вы просто офигеете. Нашел оригинальные часы Calvin Klein в своей коробке. Я был в шоке, я был просто поражен, когда это нашел. Так вы еще посмотрите, тут даже есть документы. Вот такая книжечка. Здесь написано на разных языках, типа инструкция. Сзади написано модель этих часов. Покупались эти часы в магазине Calvin Klein в Меге Парнас. Это в Питере. В 2013 году. Вот модель часов, а вот какой-то серийный номер, походу. Капец, я представляю, сколько эти часы еще в тот момент стоили. Наверное, 1025. И самое главное, братва, часы просто в идеальнейшем состоянии. Вот с такой подушечкой. С кожаным ремешком. Вы просто посмотрите, они идеальные. Они как будто новые. Даже на ремешке написано Calvin Klein. Вот здесь написано Calvin Klein. Ремешок в хорошем состоянии. А на часах нет ни единой царапины. Я в шоке. Часы кварцевые, работают от батарейки. Я посмотрел, на Авито такие продают примерно по 8-10 тысяч рублей. Я выставил за 5 тысяч рублей в своем аккаунте на Авито. Ссылка будет в описании. Скорее всего, эти часы очень долго лежали, батарейка села. Они не работают, нужно будет батарейку заменить. Я уверен на 100%, что они рабочие. Но в любом случае, человеку, который будет у меня их покупать, дам один день на проверку. Смотрится довольно-таки неплохо. Капец, это одни из самых дорогих часов, которые я находил в помойках. Капец, ребят, я просто поражен. Помойка дарит оригинальные часы Calvin Klein. Нашел 4 коробки от айфонов. Залетят мне в коллекцию. Вот, кстати, бывший мой айфон. Такого же цвета у меня был, 7-й айфон. Посмотрите, сколько у меня уже накопилось коробок. Очень хочется поскорее всю эту верхнюю полку заставить коробками от айфонов. Интересно, когда я смелюсь выпить вот этот коньяк или виски, что это? Залитое в кобру и скорпиона. Очень страшно на самом деле. Помоечка дарит коллекцию. Блин, ребят, я в шоке. Вот несу это кресло в гараж. Оно, конечно, немного ушатанное. Вот здесь порвано, вот здесь. Но это фигня, ребят, это просто фигня. Потому что кресло топовое, дорогое. Вот это все регулируется. Вот, смотрите. Капец, это просто моя мечта была. Такое кресло заполучить. А тут все абсолютно на халяву. Вот эта спинка, смотрите, как откидывается. То есть, блин, капец, на нем лежать можно. Кресло очень тяжелое и добротное. Здесь всего лишь кто-то открутил вот эти ножки, которые здесь были. А эти ножки, ребят, у меня есть. Я сниму со своего старого кресла. Это все сюда изумительно подойдет. Блин, я в шоке. В задней части оно вообще в отличном состоянии. Это просто сказка, ребят. Я просто поражен. Насколько я знаю, подобное новое кресло стоит примерно 25 тысяч рублей. Если я ошибаюсь, ребят, вот здесь будет цена на это новое кресло. А мне, ребят, абсолютно на халяву помоечка. Меня балует просто капец. И исполняет мои мечты. Кайф.